Начало нынешнего лета выдалось достаточно прохладным и дождливым, что необычно для этого времени года на юге Казахстана. Ведь в прошлом году солнце начало припекать уже в конце мая. Подобное явление природы попытались объяснить синоптики. Так как на территории южных регионов страны происходит перемена атмосферных фронтов, на некоторых участках области наблюдаются гром, гроза и осадки. Скорость ветра в таких ситуациях достигает от 15 до 20 метров в секунду. Но в ближайшие дни дождей в Шымкенте и за городом не ожидается. Согласно прогнозам, знойная жара наступит уже в эти выходные и продлится до середины июля. Затем ожидается небольшое снижение столбиков термометра, которое, впрочем, долго не продлится. Настоящая жара еще будет держаться. На днях на территории Шымкента и области начнется антициклон. В результате температура воздуха не упадет ниже 35 градусов. Самыми жаркими регионами станут те, что находятся на юге. Это Мактарал, Сарыагаш и Шардара. Со слов синоптиков, ожидать прохладу не стоит. Однако природа может преподнести сюрприз.